приветики всем. Я сегодня с утра пораньше отвезла Милу в школу. Отвезла, потому что, ну, обычно она сама идет. Тут я ее отвезла, потому что дождь на улице. Видите, дождь, холодно. Думаю, отвезу ребенка. Отвезла ее, сразу поехала в магазин с утра пораньше. Потому что, думаю, сейчас я, если дома засяду в тепле, в уюте, еще и позавтракаю, сейчас покушаю, все, я же потом уже никуда не поеду. Вот, поэтому решила сразу, Милу отвезла, сразу поехала, подкупилась, но, представляете, забыла положить себе, ни пакетов не положила, ни коробок. У меня обычно коробки стоят, такие пакеты в багажнике, а тут я из предыдущих закупок, оно у меня все так осталось на кухне стоять. Я там все сложила, все, и стоит на кухне, ждет, пока я его в машину положу. И несколько раз думала, надо положить в машину, и все никак. Вот, и сейчас поехала закупаться, думаю, бо, у меня ж ничего в машине нету, в багажнике. Вот, пришлось все просто в багажнике выкладывать. Сейчас приеду домой, возьму коробки, все переложу в коробки, занесу домой. Но это ужас какой-то. В общем, была в Лиделе, закупалась, сейчас еще заеду в Эдеку, потому что в Лиделе небольшой выбор макарошек, а я хочу прям такие меленькие, маленькие какие-то макарошки для супа. Купила курицу немецкую курицу. Прям написано, что немецкая курица. Кстати, очень много немцев предпочитают покупать свое, да, вот немецкого качества. То есть продукты. Даже я как-то была в магазине. И там грибы были, да, шампиньоны. И я так посмотрела, ну, беру шампиньоны, на мне что-то нужны были. А бабулька подошла, спрашивает, а посмотрите, кто производитель, да, с какой страны. Я посмотрела, там Польша. Она говорит, а, Польша, не-не-не, я хотела Германию, да. Поэтому вот так вот многие как бы смотрят, чтобы был их производитель, то есть, чтобы немецкий был. А я что-то на это не смотрю, а тут смотрю, курица лежит, написано немецкая, блат. Поддержим местного производителя, взяла немецкую курицу. Так что у меня сегодня будет куриный суп с какими-то макарошками. И что-то я еще хотела посмотреть. Макарошки и что-то. У меня сейчас вот пришла идея, что я еще что-то хотела посмотреть в Эдеке, да? Это я в Лидере закупала, сейчас в Эдеку еду. Уже не помню, что. Надеюсь, что в магазине вспомню. Ну, не вспомню, так не вспомню. Так что, кофе. Все, вспомнила себе кофе. Да, потому что Миша у меня пьет растворимый кофе, а я пью из кофемашины. Вот. Ну, одна чашечка в день. Я эти, знаете, вот эти капсулы такие покупаю, поэтому у меня уже закончились. А в Лиделе как-то была акция, на них я брала. А сейчас что-то я забыла посмотреть. По-моему, то кофе, которое я пью, оно в Лиделе и есть. По-моему, оно есть даже без акции. А я что-то... В общем, что-то я не посмотрела. Вот, так что все. И все, еду домой, потом буду завтракать. Ты помощник? Кто мне тут помогает? Помощник, на, лезет, разбирает. Нельзя. Иди. Че там? Ой, в общем, все, взяла я корзину. Нельзя. Это мои цветы. Взяла я корзину, все выгрузила. Взяла покушать. Сделала себе латте макьято. Взяла себе в Лиделе вот такие кроссончики. Они тут с сыром и с этим, с ветчиной. И хотела очень взять шоколадом. Блин, не было шоколада. Вот, так что этот помогает мне. Что, все, буду сейчас завтракать, кушать. Так, все, позавтракала, уже дела там попеределывала. Надо наконец-то продукты разложить. Некогда разложить продукты. Ой, потому что у нас сегодня черная пятница. Я отвечаю на вопросы ваши, там переписываюсь. Ну, кто хочет купить фильтр. Потом сейчас заполняла еще там бумаги на кредит. Ну, люди хотят, то есть, в кредит взять, да, тоже все это сейчас разбиралась. В общем, дошла эта очередь до продуктов, наконец-то. Этот ходит, скулит под боком. Я говорю, это, ну, просто, вот, честно, это прям ребенок. Вот как ребенок, он ходит, скулит,
хочет внимания, чтобы я рядышком была, или чтобы на ручки его взяла, или чтобы пошла с ним на диванчик и полежала он. Да? Я говорю, мне надо, знаете, для него, вот как для детей, есть вот эти кенгурушки, посадил и ходишь, своими делами занимаешься. А то ходишь, он ходит за мной по пятам прям и скулит, и скулит, и скулит. Что, ну, возьми меня, да, я его беру, он аж выпрыгивает ко мне на ручки. Вот такой вот. Вкусно? Говорю, ребенок ребенком. Так, показываю вам, что я купила. Купила помидорки. Говорю, даже себя еще в порядок нормально не привела. Чуть-чуть только причесалась утром, и все. Надо хоть причесаться. Извините, что выхожу в таком виде, но вы хотите много влогов, поэтому стараюсь снимать. Еще не подкрасилась, ничего. Поэтому вот в таком еще виде как-то выхожу к вам. А, так, купила мандарины, апельсины. Сейчас раз все разложу, поставлю готовить курицу, чтобы отваривалась. И пойду хоть себя в порядок приведу, переоденусь немножко. Ну, в общем... Надо как-то, говорю, в общем, не до этого еще. Так, взяла, знаете, есть такой Lidl Plus App. Вот, и там бывают какие-то акции или какие-то скидки. И вот сейчас бесплатно вот такой микс был орешков соленых. Так, потом взяла, вот купила красную рыбку. Захотелось мне вот такую колбасу беру. У меня Миша бутерброды себе с ней на работу делает. Ему такая нравится. Так, сыр взяла, Голда, вот такие вот маленькие перчики, я думаю, даже девчонки или так будут кушать, или даже маленький взять салатик порезать, в общем, маленький взяла, Голда. Взяла вот такой хлебушек, Роген Фольмкорнброд, Роген, это что у нас Роген, не помню. Потом бесплатно также в Лиделе вот такие тряпочки можно было взять. И чисто, ну, как-то неудобно туда-сюда, если честно. Зато он довольный. Яблочки взяла зеленые. У меня Маша любит зеленые яблоки. Так, взяла вот такую немецкую курицу. Вот такая курица. Я сейчас, ну, не всю ее буду отваривать, половину. А половину, наверное, в морозилку еще положу. Для следующего раза, когда суп захочется. Так, в Эдеке ж была, взяла вот такие вот макарошки. Видите, какие они маленькие. Вот такие мне захотелось, какие-то ракушки масенькие. Вот с ним сейчас сделаю супчик. Оно и написано, греческий, типа Zupentopf. Огурцы взяла, тоже вот такие маленькие огурчики. Тоже удобно, и девчонки с собой в школу берут, или так хрумкают, или в салатик тоже раз-раз порезала, и все. Так, потом актимель, вот такую упаковку. И взяла еще дедеки муку. Взяла вот такой какой-то там типа высший сорт, чтобы, знаете, там булочки, когда печешь что-то, какую-то такую сладкую выпечку делаешь, чтобы тесто хорошо подходило. В общем, первый раз взяла попробовать. Посмотрим, что будет с этой мукой, если я испеку. Вот. А, и взяла кофе. Вот, была в дедеке, взяла себе латте макьято. Да, вот такой. И последнее время я пила, я в Лиделе, правда, брала большие упаковки. Вот такой вот. Coffee au light, если я правильно читаю. Вот такое. Оно уже с молоком идет. Все, просто сахар добавляешь. Вкусный. Мне вот этот прям понравился. Я его в последнее время брала. А Маша попросила меня, у меня как-то было латте макьято, чтобы я опять взяла. Вот взяла опять латте макьято. Да. Все. А теперь сейчас все по кухне, в холодильник, в шкафчике. Ну, такой он сладкий, мальчик такой хороший. Внимание, мамке надо ему. Да? Вот, зевака спать хочет. Поставлю курочку, в общем, это все разложу. Курочку поставлю, сейчас разрежу готовить. И буду потихоньку готовить суп, пусть мясо сварится. Оно, в принципе, быстро сварится. И пойду себя, наконец-то, приведу в порядок. Так, ну что, готовим кушать. Я половинку курочки закинула. Первая вода закипела. Я ее слила. И потом вот вторая вода тоже, да. То есть я всегда мясо, когда готовлю, я даю ему закипеть, минут 5 прокипеть. И потом я эту всю воду сливаю, курочку, эту все мясо споласкиваю. Споласкиваю кастрюльку также.
И набираю опять чистую воду. Воду, кстати, я всегда беру со своего фильтра. Всегда. То есть я готовлю на чистой воде. Вот. И все. Теперь она у меня варится. Тем временем я нарезала, начистила картошку, луковицу одну. И буду делать зажарочку. Лучок порезала, морковку натерла. И немножко паприки. Такая у меня маленькая была мини-паприка. Сейчас это все обжарю в масле. И все. И, в принципе, курочка, когда будет готова, ну, почти готова, кстати, картошку сейчас закину с луковицей, пусть варятся. Я сделаю зажарку. Вот, потом картошка, когда с мясом будут готовы, закину вот эту, вот эти макарошки, вот эти ракушки, да, и зажарочку потом. Солька, перчик и все. Ну, и думаю, будет вкусненько. А тут у меня, кстати, еще картошка, еще там одна ложечка, наверное, гречку уже, наверное, выкинуть надо. В общем, вот такие мы едаки, понимаете? Не доедаем нормально все. Вот приходится вот заново все готовить. Свеженькое, потому что я хочу свеженькое. А тут, конечно, одна ложка, говорю, гречка уже все, уже не пойдет. Поэтому сейчас это буду все. Картошку, наверное, еще доем, гречку выкину, все помою. В общем, и наведем тут порядок. Так, ну что, я пока варился суп, чуть-чуть примарафетилась. И буду сейчас его доваривать. Буду доваривать свой супчик. Кичи со мной тут ходит, страдает, что я возле него не сижу. Кичулька, ты страдаешь? Так, вот мой прекрасный супец. Все, картошка сварилась, мясо сварилось. Я уже сюда лаврушечку тоже закинула. Макарошки еще не закидывала. Сейчас закину еще макарошки. Поскольку они варятся, интересно. А, 9 минут. То есть они у меня, их не надо долго варить. Сейчас засыплю все это, сделаю, пока они уже наварятся. Они, наверное, развариваются. Чтобы сильно много тоже не сыпать. Прям мне такого супчика прям захотелось. Еще чуть-чуть. Густоватенький будет такой, видите, но у меня мои тоже любят картошку. Маша, Миша, они прям любят картошки, когда много в супе. Так. И засыпаю сюда мы немножечко зажарочки сделаю. Я не буду выполаскивать сковородку, чтобы суп не был сильно жирным. Так, добавим перчика немножко. Сольки. Главное не пересолить. Вы знаете, я в последнее время очень сильно пересаливаю. Очень сильно. Я не знаю почему. Ну, последний год, наверное, точно. Вот. Это у меня сухой чеснок. Всегда везде его тоже добавляю. Так, включаем, пусть она немножко. Ой, такой супчик будет вкусный. Говорю, я на суп уже 100 лет зажарки не делала. Кстати, я бросаю вот такую большую луковицу. Она там вываривается, тоже дает свой вкус. Но я не люблю ее кушать. То есть я ее не ем. У меня мама обожает вот луковицу. Ну, а я выкидываю, потому что у меня дома никто такой не ест. Все, сейчас будем снимать пробу. Сейчас будем снимать пробу. Ичи, что ты скулишь? Слышите, скулит? Ой, на соль нормально. Все, солить больше не буду. Ой, ой, какой вкусный. Горячо. Какой вкусный, как горячо. Все. Так, ну, водички достаточно. Ой, не показала. Сейчас он чуть-чуть закипает. Буквально чуть прокипит. И я еще зеленушку добавлю. У меня еще есть зелень. Я же ездила, помните, в Голландию на рынок. И я купила там петрушку, укроп. Все нарезала, заморозила вот по таким дозочкам. Кстати, вот эта вот дозочка у меня... Я помню, это мне кто-то присылал.
кто-то из моих подписчиков и присылали нам подарочек, и я ими пользуюсь. Это еще от туповары, да, и они именно для заморозки тоже. Ну, я и так использую, и для заморозки. Вообще обалденные дозочки. Спасибо большое, кто мне прислал их. Я вспоминаю, если честно. А еще с этими дозочками мне прислали терку, там, ну, такую, знаете, терка, и плюс салаты нарезать. До сих пор ей тоже пользуюсь, поэтому спасибо огромное. Представляете, снимала-снимала вам дальше, вот, рассказывала, а потом, когда уже выключала видео, смотрю, не поняла. А у меня почему-то, как бы это, ну, выключаю, а оно уже выключено. И оно как-то сама запись оборвалась, и я не договорила. Рассказывала там, я пересмотрела быстро видео про дозочки, да, что терку мне тоже присылали. Я всегда вспоминаю, когда пользуюсь, всегда вспоминаю с теплом, что спасибо большое, кто мне прислал, это приятно. И хорошая такая память тоже. Вот. Я тут уже все, да, посолила, поперчила. Супчик уже все... Сейчас выключила, показала супчик, а вы не увидели, как он, потому что почему-то связь выключилась, связь, видео выключилось. Вот так вот выглядит мой супец, очень вкусно, вот, и, так, главное, что не выключайся. Вот, я рассказывала о том, что хочу что-нибудь испечь. Сейчас какие-нибудь булочки, может быть, ну, что-нибудь такое, знаете, вот, в духовке хочу испечь, не жарить ничего, думала, может, кребли. А кребли это нужно тоже в масле, это опять все провоняется, я провоняюсь, я только из душа вышла, сходила в душ, потому что зажарку здесь пока жарила, все, захотелось освежиться, я не люблю после готовки, когда ходишь, после особенно когда что-то жаришь, потом весь ходишь, провоняешься, и все, я одежду поменяла, все, в душ сходила, так что свеженькая, поэтому жарить что-нибудь на масле не хочу, хочу что-нибудь в духовке. Знаете, с ванилькой что-то, какие-то булочки, наверное, потому что мне нравится потом запах в доме, вот такой чего-то печеного, печеных булочек, печеной какой-то сдобы, да, и мне кажется, в доме тогда, знаете, как уют какой-то, так уютненько, тепло, когда заходишь, вот этот запах печеного, да, чего-нибудь, булочек каких-то, вот поэтому, упала, вот поэтому, в общем, буду сейчас искать какой-нибудь рецепт, посмотрю на кухиду вот для термомикса, может быть, что-нибудь интересного найду, ну посмотрим. Ну, смотрите, я же говорила, что он постоянно возле меня. Он, Милочка уже со школы пришла. Привет. Да. Что у нас так темно, кажется. Да? Черная пятница. Делитесь, пожалуйста, в своих комментариях, кто что покупал на Черную пятницу. Кто купил у меня фильтр по моему промокоду? Тоже очень интересно. И кто что купил на Черную пятницу? Расскажите, мне интересно прям. Милочка, только музыку не включай, хорошо? Пока что я разговариваю. Вот. Что купила я на Черную пятницу? А значит, на Черную пятницу мы сегодня купили... Миша заказал какую-то от фирмы Makita. Какую-то, вот, знаете, дуть листья, вот, чтобы сдувать, у нас там камушки вокруг дома, в общем, листья раздувать, не знаю, как это называется штука. Я на Амазоне заказала зубные щетки, ну, такие, знаете, насадки на зубную щетку, потому что у меня зубная щетка, вот это, сейчас. У меня зубная щетка такая ультразвуковая, да, вот, не электрическая, ну, как электрическая, ну, ультразвуковая. И туда же надо вот эти насадки менять. И 10 штук я купила за 15 евро. А так они стоят, по-моему, 4 штуки, около 20 евро. Вот, в общем, я их купила. Они в половину дешевле как раз были. И я искала, знаете, я хотела пылесос, который вот на аккумуляторе, да, вот типа Дайсона, вот этих пылесосы. Я сегодня полдня просто караулила вот этот от Dyson сайт. И, ну, я бы не сказала, что там были прям какие-то большие скидки, что-то было, но больших скидок. Очень странно, у меня почему-то опять выключилось. Это говорит, что видео отключилось. Я хорошо, что заметила, а не наболтала целую кучу, что максимальное время видео как бы истекло. Очень странно почему-то.
И, в общем, я караулила этот сайт с Дайсоном, смотрела, что там скидок нормальных нету. В общем, там 700 евро стоит вот этот самый последний Дайсон пылесос, потом это 15-й, потом 12-й, там тоже что-то около 500, по-моему, евро стоит. Ну, в общем, я так посмотрела, что-то дороговато для пылесоса, потому что мне пылесос не нужен, пылесосить весь дом. Да, если бы я пылесосила весь дом, то я бы взяла такой, да. А так у меня есть робот-пылесос, а этот мне нужен, ну, просто, знаете, где-то там по углам там быстренько пройтись, или, например, даже кухню я не пылесошу. Я всегда, это, если мне надо, просто зону какую-то, я в эпе набираю, этот у меня сам туда едет, и там пылесосит и протирает пол, да. Вот, надо свет, наверное, включить что-то. О, другое дело. Вот, и то есть, например, лестницу тоже, когда мне нужно пропылесосить, я всегда достаю с этим шлангом, пока вот, не со шлангом, а это с проводом, пока оттащу, подключу, чтобы единственную лестницу пропылесосить. А тут мне надо, думаю, такой, чтобы быстренько, чтобы диван быстренько пропылесосить, да, то есть машину, поэтому я смотрела, чтобы как бы мощный был, чтобы можно было диван пропылесосить, например, да, вот, но чтобы такой, как бы, компактный был, нормальный. Поэтому вот смотрела я на этот Dyson. В общем, что-то не очень мне. И потом зашла как раз на Amazon. Там вот эта черная пятница, тоже скидки. И зашла как раз, где вот эти беспроводные... Что отключается? Где вот эти беспроводные пылесосы зашла. И смотрю, а там как раз... Я даже не знала, что есть такой пылесос. Вот как у меня вот этот, Roborock, да, от Xiaomi. Вот, а то его брат, только вот такой ручной беспроводной, я говорю, брат, вот, так что, и посмотрела, оказывается, они есть, почитала отзывы, походила, как раз на него скидка была, где-то 150 евро скидка была, то есть он за 300 евро, да, я его взяла, поэтому посмотрела так, почитала отзывы, на YouTube зашла, посмотрела, что очень классно, но вообще я довольна вот этим своим роботом, он очень классный, я знаю, что сейчас их многие покупают, потому что вот эти Roborock, да, от Xiaomi, они сейчас, ну, чуть ли не на первом месте стоят, ну, очень классные пылесосы, да, вот, поэтому я, в общем, думаю, возьму, я даже не знала, что такие есть, оказывается, от этой фирмы, вот, и посмотрела, почитала, все узнала, что классные пылесосы и ничем не уступают, выключается, ничем не уступают Dyson, да, который стоит сейчас 700 евро, этот я за 300 взяла вообще. Вот, поэтому придет, когда обязательно вам покажу обзорчик, поэтому вот такой мой улов на черную пятницу. Больше, в принципе, я тогда с Дайсона смотрела вот этот стайлер, думала, вдруг будет хорошая скидка на него, в общем, ничего, скидки не было, поэтому искала, что еще есть, в общем, то, что мне надо, мне, в принципе, вот то, что хотела пылесос этот беспроводной и стайлер хотела себе, да, посмотреть, ну, не было тогда скидки на них, ну, что поделаешь, а так все, в принципе. Ничего не нужно было. Ку-ку. Испачкал мне диван своей косточкой и лег спать, да? А к нам сейчас пришли рабочие, делает там у нас, когда я же рассказывала, у нас потоп был всемирный, и они сейчас все там ремонтируют. В общем, маляры пришли, замазывают все. В общем, нас все просушили, поставили специальные эти машинки, все высушило, теперь вот надо делать все. Плитку стелить и все в этом роде. Так, ну что, дождалась я Милочку, мою помощницу. Делаем с ней булочки. Да? Вон она. Я сама режу масло. Да, 100 грамм молока. Вот там 120 грамм от масла, маленькими квадратиками резать и закидывать. Как-то... Так, мы в процессе с Милочкой. И вон вот так вот, оп, оп, видишь, он как тут закрученный. Вот так вот просто закручивай тебе. Ладно. Делаем вот такие штучки. Вот.
берешь и вот закручиваешь его. Вот, опс, все. Чуть не забыла вам показать, что у нас получилось. Вот, смотрите, вот такие вот штучки, вкусненькие достаточно. Вот, сейчас я молочка себе налью и с молочком съем одну или две штучки. Вот, так что, вот такая вкусняшка. А я на этом буду свой влог заканчивать. Кто-то позвонил в дверь. Спасибо за ваше внимание. Всем пока-пока.